Слухи о переводе школ на дистанционку так и остались слухами. Они продолжат работать в штатном режиме. На карантин отправляют лишь отдельные классы. Пока таких 36 в 22 школах региона. Полностью на карантин ушли 7 образовательных учреждений. Это 4-я школа города Львова. Это Солнцевская школа, Солнцевского района. Это большие, так, многочисленные школы. А ряд еще школ в 3 муниципалитетах. Это малочисленные школы. Это Горшечинский район, Касторинский район и Суджанский район. Продолжат работать и детские сады. На карантине пока 126 детей. У нас 5 групп, 5 дошкольных образовательных организаций, где соответствующие закрыты. Эти группы, дети находятся под домашним присмотром, в домашних условиях. Это 4 дошкольных образовательных организации в городе Курске, прежде всего. И в Бабаянском районе, конкретно в Бабаяне. Осенние каникулы пока переносить не планируются. А все школьники, которые сейчас на карантине, вернутся к обычным занятиям на следующей неделе. По словам Александра Уколова, сотрудники комитета образования вместе с Роспотребнадзором отслеживают эпидобстановку в школах ежедневно.